наши любимые косплееры, я же понимаю, там все комплименты были. Я буду меня фандить. У меня, кстати, вот тут покрашенная моя щетка, вот тут, она вообще реально покрашена, фиолетовая, розовая или фиолетовая, считайте как надо. Сегодня мы будем играть по этой видной, да, геноцидить, да. Готово?
Thank you.
Постоянно эти плохие родители орут.
We'll be right back.
бесит. Меня бомбит!
Отлично, вот и оно. Применение специальной атаки. Ты готов? Вот и ничего. Ага, верно. В каком смысле ничего? Ничего не происходит. До тебя дошло? Я не могу победить. Один из твоих ходов. Ты просто убьешь меня. Так что он это все помнит. Я решил, твой ход не настоящий. Я буду продолжать свой ход, пока ты не мне придется стоять здесь до окончания времени. Ясно? Тебе станет скучно. А я сегодня ничего не делаю вообще.
что будет, если я ничего не буду делать? О, тут написано, выглядит... Подождите. Выглядит очень удобно. Выглядит очень удобно. Выглядит очень удобно. Интересно, я с тобой не одинаковы, не так ли?
Это душа резонируется странным чувством. Есть причина, по которой ты продолжаешь воссоздавать это имя. Есть причина, по которой ты продолжаешь его разрушать. Ты тебя разрушает это возвращение синтернетрации. Я больше не могу понять подобное чувство. Несмотря на это, я чувствую себя обязательство создать этот мир еще раз. Другой путь будет предположен. Теперь посмотрим. Давай вернем этот мир в бездну. Нет? Это твое чувство. Вот о чем я говорю. К сожалению, насчет этого ты уже давно сделала свой выбор. Я прошла Undertale! Господа, если я сделала... знаете что, если я бы стерла бы мир, то бы мы наконец-то закончили это. Ну давайте мы на этом с вами закончим. Всем бай, увидимся в следующей серии. Я наконец-то закончила Undertale.